Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Елена, и я делаю сегодня расклад на новой своей колоде прекрасной Ленорман на тему такую. У нас 10 июля новолуние, и я буду сейчас в колоде искать карту Луны. Мы посмотрим сначала, чего нам ожидать на новолунии, и потом я продолжу расклад, уже далее расскажу вам все. Прекрасная колода, я ее только приобрела недавно. И сейчас я буду искать в этой колоде карту Луны. Смотрите, карта Луны вышла первая. Сейчас в новолуние многие из вас что-то узнают, что-то такое услышат, то, что давно хотели услышать. Какую-то тайну, кто ожидал какую-то тайну раскрыть, узнать что-то сокровенное, секретное. Во время новолуния это все раскроется. Вы получите какую-то весть, вам кто-то позвонит, либо вам нужно срочно кому-то позвонить в этот момент. 10 числа. Вот такая вот дается здесь, идет поток информации, больше контактов, общения, переписки. По работе, какие-то договора, вот не стойте на месте, в движении находитесь. Далее, сейчас я посмотрю дополнительные, возьму карты. Удача за вами. Не сидите на месте, вот видите, карта корабль. Поездки, передвижения, что-то новое вы узнаете. И это новое, сейчас я возьму еще одну карту. Что это за новое такое? Это что-то, но на новолуние вы узнаете что-то такое вам по судьбе. Это может быть кто-то что-то узнает о родственниках, какая-то придет информация, что-то узнаете, такое проиграете здесь, что-то даже из прошлого, что-то такое, у кого-то будет информация, вот сейчас такой идет поток кармическое даже. Не пугайтесь, если кто-то хотел узнать в этот день о своей судьбе, либо что-то, если какой-то на этом человеке негатив, обязательно в этот день вы получите достоверную эту информацию, кто стремится к этим знаниям, кто хочет знать, что у него. Так что вот 10 числа новолуние вам дает такую информацию. Передвижение, удача, будьте легче, не живите прошлым. В этот день, вот вы узнаете, даже если что-то из прошлого, это прошлое оставьте в прошлом. Все, вот вы узнали информацию, не нужно цепляться и нести этот негатив далее в будущее. Давайте теперь я вот оставляю карту Луна, у нас прекрасная. И я посмотрю советы карт Ленорман. Что вам, дорогим моим подписчикам, ожидать на растущую Луну? Это буквально с 11 числа Луна будет расти, и мы посмотрим совет от карты, чего ожидать. Смотрите, вышла карта женщины, конечно, в основном меня смотрят девочки, это информация для вас, девочки, придет стабильность. У кого не было стабильности в личной жизни, придет стабильность, на работе будет более стабильно все. У кого какие-то были сложности, неприятности в отношениях, если были качели, все наладится, стабилизируется. Финансовый ваш поток стабилизируется. Здесь вот выходит такая карта, которая говорит о том, что вот все, что вы оставили в прошлом, было вот у вас до этого дня, закройте, закройте и не возвращайтесь к этому прошлому. Все. Это оставили в прошлом, идите далее, идите далее. Вот смотрите, карта корабль выходит второй раз. Идите далее, двигайтесь только вперед, только вперед. Смотрите, и карта звезды к вашей мечте, к вашей звезде. Вот какие вы цели ставили, мечтали, не останавливайтесь. Давайте я спрошу у карты Ленорман, может быть, будет еще какое-то предупреждение для моих подписчиков на растущую Луну. Смотрите,
Это карта кольцо. Если вы кому-то давали какое-то обещание, выполните это обещание. Если вам кто-то дал какое-то обещание, что-то такое, вы как бы, ну, не давите на этого человека, не давите. Это вот предупреждение. Будьте более легче. Кстати, кто желает вот в это благополучное время выйти замуж, очень-очень время как раз благоволит вам. Далее посмотрим. Смотрите, карта вышла птицы. Второй раз уже. Больше общения. Не замыкайтесь, не уходите в себя. Будьте всегда на виду в обществе. Общество бывает, конечно, разное. Вот смотрите, вы будете всегда в успехе. Несмотря на окружающих вас людей, есть люди и хорошие, и плохие, и позитивные, и негативные. Мир полон разных людей, но ваш успех, вы всегда солнце, вы для себя солнце, светите себе. Ваша судьба в ваших руках. Вы светите себе, вы светите миру. Не останавливайтесь ни перед чем. На растущую луну. Так, давайте я еще возьму несколько карт. Смотрите, выходит та же карта, как и была на новолуние, карта письмо. Общайтесь, переписывайтесь, знакомьтесь. Кто ищет, например, вот выходит медведь, кто ищет мужчину, общайтесь больше, знакомьтесь на сайтах там или в городе у себя, кто где живет. Я возьму заключительную карту, какой будет совет для моих дорогих и любимых подписчиков на растущую луну. Смотрите, совет здесь такой. Укрепитесь, во-первых. Ваши нервы, ваши эмоции не стоят ничего в этой жизни. Ни один человек не должен питаться вашей энергией. Ваша сила должна быть при вас. У кого были какие-то проблемки со здоровьем, вот здесь, если все карты прочитать, вы выздоровеете, будет улучшение, поправите здоровье. Больше времени уделяйте своей семье, своим близким. Вы окрепнете, кто терял энергию, вы окрепнете, энергия придет к вам, вернется, пополняйте свою энергию, вы будете сильны, у вас все будет получаться. Я очень-очень рада. Я сделала такой небольшой экспресс-расклад на новолуние и растущую луну. Кто не подписан, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте мне лайки. Если кому нужны личные расклады, будет внизу под видео ссылка на мой телеграм. Я обучаю картам Ленорман, кому это интересно, у меня есть уроки. Пишите мне в мой личный аккаунт. А я вам желаю доброго времени суток, всего самого наилучшего, изобилия, любви, мира, покоя и процветания. С вами была Елена. Встретимся с вами на следующем моем видео. До свидания.